Привет всем, точнее, халло всем! Мега госупрогайд по Фениксу. Те, кто пикают Феникс, скорее всего, у них заболевание типа врожденного герпеса, черт возьми, я его тоже же пикну. Блять, и тоже герпес, черт возьми, да не за яйцо меня возьми! И, кстати, первым левелом качаем у этого. Луч качаем, второй, сразу начальный закуп, как у Виджей Линка, только делать, как у Виджей Линка, всегда два этих, две перчатки, бля, чё я забыл, потому что герой на Стрэндж, еще ветку обязательно. Так, ветка, колба, бот МП, ой, не бот МП, а колба на МП. Так, идем на топ, посмотрите, какие распределения лайнов, вообще ни о чем. Потому, почему? Потому что Феникс никак не должен идти с СВ, СВ должен идти на мид. Феникс тоже мог бы идти на мид. Посмотрите, какие скиллы есть. F это птички. D это дизарм. Кто играл в Lineage 2, там типа обезоружение. То есть герой может, не может вас бить в доте, а может скиллами запуливать. Вот так вот. А вешка это вообще незаменимый. Все замесы делают это супер мега госу про яйцо. Только яйцо делает все замесы в плюс. Оно еще и станет. Прикиньте, еще и станет. Кстати, зацените, что пикнули. Блудсикер. А знаете почему? Потому что Блудсикер фокусит. Он фокусит моего Феникса. Анимация у Феникса намного лучше, чем у СФ и ЮА. Также есть сотрудческие герои к Фениксу. Это такие как Тайт со своим мега госупер ультом. А Тайт со своим ультом. Или Магнус. Также Магнус. Если у вас есть друг Магнус, пусть он играет за Магнуса, делает блинки, идет убьет. А если у вас еще третий друг есть, также вы можете позвать его играть в доту, и пусть он играет на вонючей Энигме. Энигме, я сказал, Энигме. Энигме будет Black Hole юзать по откату. И вы будете всегда всех убивать. Бля, меня чуваки достали, а вас они не достали. Пора бы их уже депортировать, я думаю. Вот, депортация пошла. Амнок быстро на базу. Где? Посмотрите, как они сопротивляются. Такой стил был, сейчас смертельный номер. А ну, убивай его. Давай, 100 хп. А я, кстати, не зря напал. Почему я напал вот таким? Он второй левел, я уже четвертый. Почему? Потому что у него хук только первый левел. Я выжил. Так, Феникс также ганкивающий персонаж. О, нападают на этого. Струга, почему? Он поэтому и пикнул, чтобы убивать меня. Но я-то буду его сам убивать лично. Лично, ну, давай, грязи его. Это как серная кислота для человека. Луч такой же, только луч это разъедает людей. До конца дэшку сал. Вот! Феникс Алкайда. Феникс в исполнении Алкайды, короче. Сейчас было. Но левел мне дали, потому что я первый его убил. Но если он меня убил, и придется мне его еще раз убить, потому что Феникс не прощает. Если Феникса убили... Так, что там на топе мигает? Срочно на топите. На топе что у нас? Ага. Ивида. Опять буянит депортеры. Давай, черт, в купол сейчас встану. Так, 2-2. У меня, смотрите, 4 ассиста уже. 4. Я, кстати, прокачал вот дизарм и вэшку. Почему вэшку? Потому что это ульт. Он незаменим. Так, на низу. Иди, я только гангаю. Все должны гангать. Все. Абсолютно все Фениксы. А тот, кто фармит, я собираюсь. Посмотрите, как арканы у меня появились. Для чего? О, яйцо! Посмотрите, какое мне красивое яйцо. Не то, что у вас. А-а-а! Это не рахит вам какой-нибудь. Фу, еще и застанил Джиггернаута. Бля, вот злопамятный евреишка. Блять. Ладно, это я пропустил. Почему? Потому что я его убил. Это не надо смотреть. Это еще вот так. Так. А это что? Зачем я это снимаю-то? А, да, чтобы показать, что 41 адену мне дали с мобату, что я дэшку юзанул. Это очень, кстати, круто. Так, опять жигаловка, мы пошли гангать этого мега-шейдера с СВ. Ну, естественно, он уйдет. Почему уйдет? Потому что у меня стана нет, ничего нету. Я еще не умею за этого контроля. Кстати, Эрка, ой, еще и Фениксов прокачал. Фениксов, посмотрите, зацените. У меня сейчас 400 хп. 400 хп, и я сейчас, пум, как будто принял чуть-чуть, отхилился. Сколько у меня хп, ваши предлы? Я думаю, 500. 400, ну почти 500, смотрите, как я угадал, даже без меня убивают, пацаны. Ух ты, яйцо, и смотрите, все яйцо убивают, мое яйцо превратилось в смятку, чертовы хипиноиды. Блять, это же вообще, они знают, что если яйцо разобьется, все, они все погибнут. Все яравой. Они перелистятся, блядь, переместятся в свою конченую таверну.
Так. О, кстати, в Доте 6.74 еще эвка есть. Это чтобы к Бареге незамедленно кура летела, а не своими руками, так сказать. Кстати, посмотрим еще анимацию. Жестко, да? Даже Феникс вот летает и видно, что прорисовано. Класс. А атака у него, атака вот. Плюсовая атака. Ой, я вот сейчас собираю ВГ еще. ВГ тоже на защиту. Я ему все буду на защиту тарить. Потому что я уже никак не лет. Если бы я был бы летом, я бы собирал бы радики, всякие там тараски. Ну, тараска это больше танк, короче. Вот так. Так, что здесь? Арохана надо убить. Да, Арохана. Они без меня ничего не сделают. Знаете почему? Потому что у меня есть Эвка. Эвка это мои детеныши. Детеныши их сейчас отхилят, так сказать. Все мы эти равны. Как говорила Библия, статья 109, ой, 228, статья 228. Ой, куда ж я яйцо сделал? Смотрите, куда я яйцо сделал. Ну просто меня кот мой отвлек, сказал, я хочу какать. И поэтому я нажал дышку. И, кстати, дышку можно контролить также. Ей можно останавливать в любой момент. Он делает овал, да, крутится, крутится Феникс. И тут овал, пум, и все. Все. Смотрите, сколько. Я его убью, убью, убью. Почему? Потому что мой лазер, он мега-госовский про. Кстати, еще за счет лазера я могу перебежать через любые преграды. Смотрите, она небось не знала, что о, Феникс может перелетать через любые преграды. Не, Феникс это почти неубиваемый персонаж. Смотрите, все пять рейл начали бить мое яйцо, но мое яйцо пожирнело. Почему пожирнело? Потому что оно стало третьего левела. С третьим левелом вы должны нанести 9 ДПСа, чтобы 9 ударов, чтобы убить его. Кстати, противники вот этого еще Феникса, это такие рельса в пушку, как тролли, которые быстро атакуют. У него ульт, который дает атак спид бешеный. Также всякие там воеденки, которые собирает вонючий мом. Кстати, он меня еще же сейчас убьет. Убьет. Блядь, через запасной выход уходим, через запасной выход. Так, что там? Ага. Вот этот Шрейдер, это еще читернее персонаж, чем этот Феникс. Вот, запасной выход сработал. Видим, да? Через все, все преграды Феникс может преодолеть. Так, ну здесь я уже пушу. Видим, в моем лице. За счет меня вытащили. Моя команда очень слаба. Ой, какая слабовая, вай, вай. Еще яйцо. Все откатилось. Сейчас яйцо должно пойти в бой. Ах, ну да, нас всего двое, так что поэтому я не полез. Если бы да, смотрите, я еще худ собрал специально, чтобы из худа превратить в пайп. У меня защиты херова туча плюс хп херова туча. 2 кхп. 2 кхп у меня. Это ничего так. Еще и прессер я забрал. Прессер должны все собирать. Те, кто хотят убивать, я их убиваю. Значит, у меня уже 10-16 ассистов. Прикиньте, 16 ассистов. Пусть еще-то фидерский. 6-10, но все равно. Так, они, кстати, нам тоже решили отомстить. И все, смотрите, яйцо начали бить. Яйцо бьют. Пум! А почему не убили? Потому что оно третий левел, с третьим левелом. И в итоге, видали, как я затащил, а? Вот это да. Скорее всего, ну, мне деньги скинули вот эти вот всякие СФ, это что, о, как я заультил грамотно. Это вообще шикарно. И всегда это яйцо нужно юзать после буквы Д, после дизарма. Иначе ваше яйцо, бля, даже минер бьет. Хоть будь оно третьего левела. Так, ух ты, видали прыжок от Джеки? Вы видели прыжок? Вот это да. И, кстати, а зачем Блейдмейл врубать против Феникса? Я все равно так и так убью вас. Я еще купил этот Планинс Клоак для того, чтобы этот... А нет, Худес. Худес, драй, ну, капюшон, короче, купил, чтобы собрать худ. Ой, да. Блять, не худ, а пайп. Все, и мое яйцо опять разорвалось, дребезги. И наказали за счет меня, за счет, так сказать, Феникса. Один убегает в неволе, депортируется автоматом сам Капитули куда? Ну все, я за ним не пойду. Ну, здесь понятно, что Феникс все затащил. Это грамотный персонаж. За те, кто, вот я говорил, за него играют, то что это школьники, и их потом банят автоматом. Но я играю на 3К, так что вот так вот мне можно. Что там еще? О, Шейдер все-таки буянит он. Ну, давай, давай, атакуй, ну где ж Ешка? В бан всех этих, это просто 3К, я... Еще раз повторяю, я
собирал всех, я не смотрел, у кого какой винрейт. Кстати, все поливы уже забоялись, их дебазы медленно пушатся. И в итоге у меня 30 ассистов, прикиньте. Это вообще жесть. Все поливали, орут. Ой, Грац, Феникс, я хочу от тебя детей. Ха, хоть пай про жизнь юзану. Так, все. Всем пока. Я...